делает все, чтобы высокое искусство музыкальное у нас развивалось, все поднималось на более, каждый раз на более высокую ступень. Это говорит о цикле его концертов и здесь, в Пилармонии, в Аркадном зале, на сцене Большого зала и в Зеленом зале нашей картинной галереи. Есть уже категория слушателей, поэтому я вторая его ипостась – это организатор. Это организатор молодых талантов. Создается возможность этим молодым талантам также выходить на публику, выходить на взыскательного зрителя, вы являетесь, мои дорогие друзья, и самоутверждаться, и развиваться, и повышать свой профессиональный уровень, и адаптироваться к сценическим условиям, становиться музыкантами и исполнителями более высокого уровня, и прославлять нашу Тверскую область, и воспитывать, и привлекать к этому еще новых и новых наших девчонок и мальчишек. Успехов и долгих и успехов!